Казахстан доставит еще одну российскую вакцину «Спутник Лайт». Точные сроки пока не называются. Как сообщили в Минздраве, препарат зарегистрирован в нашей стране и состоит из одного компонента. Этого достаточно, чтобы выработать антитела коронавирусной инфекции. По словам разработчиков препарата, «Спутник Лайт» сократит сроки вакцинации населения и ускорит создание коллективного иммунитета. Как оказалось, эффективность спутника Light, она ниже, чем эффективность спутника V, но достигает все-таки 80%. И поэтому участие населения этого достаточно. Какие ситуации? Ну, в первом случае это молодые, относительно здоровые люди, без дефектов иммунной системы.